тем времени суток. Здравствуйте, мои любительницы и любители Faberlic. Сегодняшний обзор про не косметику, как вы уже всегда привыкли смотреть мои обзоры, а сегодня мы будем смотреть продукцию. Пришло ко мне белье. Я его очень долго ждала. Пришли ко мне чулочки. И кому интересно, оставайтесь со мной. Девочки, я в последнее время, я не знаю относительно как косметики, но комплекты я, наверное, буду покупать, потому что мне качество очень понравилось. Не просто понравилось. Во-первых, для тела очень приятные. И как бы качественно, я бы сказала. Ну что, начнем с чулочков, наверное. Чулочки мне пришли. Я уже заказывала одного цвета. Мне пришли черные. Элегантные шелковые чулки 20 ден. Я очень люблю чулки. И пришли мне вот такие вот цветом. Я сегодня их померяю, потому что меня просили, как они смотрятся на ножке. Какая резиночка, мне самой даже интересно. Но у меня были черные, очень понравились. Я показывала, какая резиночка, кто не пропускал мои обзоры. Но сегодня будем мерять. И вот, наконец-то, пришел мне бежевый с леопардовым принтом, девчонки. Ну, конечно, он визуально выглядит не очень вкусно. Но, девочки, муж мой заценил. Конечно же, я его просто померила. Очень сильно ему понравилось. Так, распаковываем. Очень-очень ждала его. Наконец-то я его дождалась. Ну что, девочки, вот выглядит он вот так вот. Кружевце. Обратите внимание, какое набитое, красивое. Я почему-то очень люблю, как видите, я брюнетка. И мне очень идут вот такие вот цвета. Я очень люблю тигровый. Сейчас покажу, как он смотрится, девочки. Я люблю все мерить на себя. То есть лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Согласитесь со мной. Ну, конечно же, я раздеваться не буду. Но я вам покажу. Обратите внимание, девочки, какой красивый бюстик. То есть грудь ложится очень красиво. Чашечек здесь нету. Девчонки, очень приятный. Грудь не сдавливает. Бесподобный. Бретельки тоненькие. Обратите внимание. Тонкие бретельки, как я люблю. Грудочку, посмотрите, грудку всю. Возможно, кто будет смотреть такую модель. Посмотрите, то есть... Я как-то смотрела в отзывах и говорили, что здесь в Faberlic не очень красивые юстики. Нет, это неправда. Обратите внимание, посмотрите, разворачивает полностью грудку. Притом ее не сдавливает, ложится очень комфортно. У меня, значит так, девочки, объем я брала 85. 85B я взяла. Что сюда входит? 84% полионит, 16% элистан и кружево. Подкладка сетка 80... Подкладка сеточка. Показываю все, как качественно перестрочено. Не знаю, девочки, мне кажется, видите, обратите внимание, все как красивенько перестрочено. Шло самой с Италии, девчонки. Ну, не знаю, насколько правда. Ну, вроде бы с Италии. То есть, вот такой вот красивенький. Очень-очень люблю такие расцветки. У меня платье есть такое. У меня есть такая кофточка. Ой, очень люблю чулки. Такое белье я обожаю. Конечно, трусики немножечко, как вам сказать, мне кажется, они на меня немножко великоваты. На размер меньше заказывать, как бы нету смысла, будет очень сдавливать, то есть это будет тоже некрасиво. Я даже не знаю, что вам сказать, наверное, мерки должны быть точно, я свои мерки знаю. Поэтому мне проще, я знаю, что самое главное
нужно знать. То есть вы должны знать мерочку, обхват груди обязательно. Вот до вот таких вот впадинок. То есть вы одеваете какую-то кофточку, и вы берете сантиметровую ленту, и вы должны измерить. Вы должны точно знать объем. Дальше. Вы знать должны полностью объем грудки, не сдавливая, сантиметрик держать, и вам покажет, сколько объем. 90, 95, 85. Дальше. Объем бедер. Так же самое вы прикладываете по бедрышкам, и вы видите, какой у вас 48, 50. То есть вы должны четко знать свои мерочки. Обратите внимание, девчонки, вот такой вот кружевца. Кружится, конечно, очень качественно, девочки. Вот такая вот попочка. Посмотрите, какая красивая. Ну, обратно же повторюсь, а если бы они немножечко глубокие, я не совсем люблю такие глубокие трусики, то есть они не совсем высокие, но они глубокие. У меня нету такого живота, чтобы его скрывать. Хотелось бы вот хотя бы вот так вот, чтобы они визуально выглядели. Ну, то есть вы видите, да, трусики планомерные, попочка вся кружевная, выглядит очень красиво. Посмотрите, какое кружево. Кружево бесподобное. Бесподобное кружево. На теле загорелом очень красиво выглядит. Вот такие вот трусики. Белье очень сильно понравилось. Мне первое понравилось, которое я маме своей прикупила. Кто смотрел мои обзоры, видел. Просто вообще, девчонки, моя мама в таком восторге. Она такая довольная, я даже не могу передать. Это бомба, а не белье. Качество. Здесь, конечно, нету хлопка. Это не хлопок. Но я думаю, по качеству я поношу его не один сезон. Хотелось бы, я давно спрашивала у девочек, кто смотрел мои обзоры, кто брал бельишечко, довольный, недовольный. Но вот я многое смотрела, что с бюстиком, девочкам мне очень нравился бюст, а мне наоборот очень нравится. Бюст очень красивый, полностью разворачивает всю чашечку, и ваша грудь выкладывается очень-очень сильно красиво. Не знаю, я осталась очень довольна. Конечно же, я взяла под него вот такие вот чулки. Но так как я в черном платье, мы сейчас оденем чулочки черные. Я вам покажу, как они смотрятся, чтобы вы сами наяву увидели. Вот такая вот резиночка. Обратите внимание. Сейчас я их одену и вам покажу. 20D, то есть тоненькие. Ну, конечно же, девчонки, я вам скажу, что это не под это платье у меня чулочки. Но, в принципе, очень красивые. Обратите внимание, кружево очень красиво легло. Очень красиво. Вот такое вот красивое кружевце. Чулочки очень тоненькие и очень красивые. Девочки, одевайте очень аккуратно, потому что очень тоненькие эти чулочки 20D. Не нужно спешить никуда. То есть очень аккуратненько, потихонечку мы их подтягиваем. Обязательно смотрите, у кого ногти длинные, потому что я одни чулки такие порвала. То есть я это хотела сделать быстро и чулочки порвала. Ну, смотрите очень аккуратно. Вот такой вот у нас получился обзор. Я не знаю, понравится он вам, не понравится. Мне очень понравилось белье в этой компании. Понравились мне чистящие средства по дому, что относительно по уходу за лицом, за кожей, за волосами, не могу такого сказать. Я нашла себя немножечко в другой компании, натуральную косметику. Уж извините, девочки, я не хочу в 45 лет выглядеть как пожеванное яблочко. Мне хочется выглядеть как свежее яблочко, поэтому я пользуюсь косметикой натуральной. И что вам советую? Не пропускайте моих обзоров. У меня будет очень много обзоров про косметику White Mandarin. Косметика
Это прекрасное, я бы сказала, омоложающее. Поэтому, девчонки, кому интересно, заглядывайте ко мне на канал. Не пропускайте моих новых обзоров. Я вас всех крепко целую. Очень сильно обнимаю и желаю вам оставаться для своих любимых, для своих родных самой прекрасной, самой чудесной, единственной и неповторимой. До свидания, мои роднулечки.